LG W10, W30 и W30 Pro. Компания LG пополнила ассортимент смартфонов недорогими моделями W10, W30 и W30 Pro, которые будут продаваться в Индии только онлайн. Первые две новинки получили чипсет MediaTek Helio P22, 6,2 и 6,26-дюймовые дисплеи с разрешением HD+, аккумуляторы на 4000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. W10 оснастили основной камерой с модулями на 13 МП и 5 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП. Старшей модели W30 досталась тройная основная камера на 12 МП, 13 МП и 2 МП, а также фронтальная камера разрешением 16 МП. При этом у младшей модели экран с бровью, а у старшей каплевидный вырез. Что до W30 Pro, то он оснащается платформой Snapdragon 632. W10 оценен в $130, W30 – $145, а цена W30 Pro пока не сообщается.